Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами вновь Juggernaut, и мы играем в The Forest. Как вы видите, мой дом практически построен. Осталось всего ничего, всего лишь 21 бревно. И как вы видите, уже птички застревают. Уже застревают в этих бревнах, но все равно я могу через них пройти. Как только осталось, достащу я 21 бревно, тогда уже никто, ко мне кажется, не сможет туда пробраться. Гуманоидов этих так и не было. Не знаю, может, они по ночам только ходят. Ночью, как обычно, я сплю для того, чтобы набраться энергии, или же, вот как сейчас, у меня заканчивается энергия. Сейчас нам обязательно нужно поесть, чтобы ее восстановить. Что там? Еле как передвигается. И сейчас будет строиться вторая половина крыши. Давайте посмотрим. Да, вот она с другой стороны начала строиться. И в принципе у нас будет неплохой такой застройчик. В принципе, достаточное место будет. Даже можно разбежаться. Так что все будет отлично. Так, давайте разведем костерчик. Тут совсем уж как-то темновато становится. Так, ящерка. Гафурка. Кролика. Кролика дайте. Надоели мне ящерки. Я кролика хочу. Да побежал. Стой! Нормально. Через историю пробежал. Так. Не понимать моя, это что такое? А, это солнце так вроде бы заходит. Закат так видно. Я уже думал, там гости к нам какие-нибудь. Так, ну давайте, жарься, кролик. Все отлично, энергия восстановлена. И теперь смотрим, где же наши братцы, товарищи, гуманоиды. Они обычно по ночам приходят. Давайте поиграем одну ночь. Конечно, ничего не видно, но я постараюсь просто подтаскать бревна, чтобы настраивать свой дом. Осталось всего лишь 19 бревен. Текс. Бревна-то блестят так. Это что такое блестит? А, понятно. Так, ночь у нас будет умная, я думаю. И смотрите, как она быстренько встает. Прям на глазах. Птичка, ты меня так больше не пугаешь. Тебе топориком огрею. Так. Бревно, бревно. И домой бревно. Показалось, что голова. Ну тут у нас куча рук, ног. Голов совсем нету. Так. Ну, по идее, сейчас тоже не должно быть. Нет, поставилось. Почему здесь нету? По-любому дыма отвод будет. Так, хорошо. Ладно, идем дальше. Забираем остатки. Осталось 15. 15 бревен. Наших дорогих гостей все еще нету. Как-то очень странно. Куда же они все подевались? Так. Закрыли.
Да. Что же потом в дальнейшем мы будем делать? Я даже не представляю. Сейчас мы закончим свой дом, ладно. В дальнейшем у нас мы еще ничего не построили. Так, этот шалаш мы не ставили, потому что смысла нет. Мы уже поставили вот этот. Костерчики мы все поставили. Да, больше вроде ничего нету. Так, здесь у нас домики, шалашики. Это я построил, это я тоже построил. Здесь то же самое. Окошки только не делал. Скамейки все эти тоже делал. А, тут видите, ух ты, что это такое? Стик-маркер. Маркер. Скамейка. Ловушки. Ловушки. Это капканы какие-то. А, ну да, капканы для наших недрузей. Это у нас веревки. Где мне нам веревки брать? Так, ну все, что-то я далеко ушел. Вот что мы еще не делали. Давайте поставим такую штуку. Ну, где-нибудь вот здесь, что ли, возле домика. Как-нибудь вот так вот, что ли, кроликов ловить. Раз. 13 штук. Я начинаю... Ой-ой-ой-ой. Выброси. Фу. Фу, выброси, это гадость. Да, с палочками у нас все печально становится. Надо еще очень много. Так, ну я же так могу замерзнуть. Так, что-то я отвлекся от своего дома. Всего-то осталось 11 бревен. Так что надо быстрее за бревнами. Надеюсь, я не замерзну. Ой, как ему холодно. Мне очень сильно холодно. Температура не показывает. А, черт. Быстрее костру. Пробежали 15453 метра. Градусы не показывают. Че-че-че. 37 L. Что это такое? Я даже не могу понять. Че-то не могу сообразить, что это. Ладно, не будем обращать внимание. Берем эту гадость. Так, раз, два, еще две сюда, и начнется постройка пола, и тогда уже будет нам радость. Все так же до сих пор не вижу, где наши чудо-аборигены. Ич. Ич. Что-то он хорошенько так быстро начал замерзать, что... Надо, чтобы посидеть у костра, пока дождик идет. Пожарим яйцо, поедим, чтобы восстановилась энергия. Тихо. Чуть не убежала. Thank you.
Все отлично. Ну и что? Осталось всего ничего. Так, дождь не кончился, побежали. Да, кстати, по дороге надо искать голову. Это камень. Опять камень. Они обычно сюда все скатывались, и тут было куча голов. Но почему-то их кролики все разбежались. Я не такой страшный кролики, чем эти барьены. Так, одни камни. Ладно. Бревна. Раз. Два. Здесь еще два. Три. Три, да? Четыре. Пять. Еще 5, ладно. И там еще лежат. Хорошо, ладно. Посмотрим потом, сколько не хватит, если что, дорубим. Сейчас у нас всего лишь останется 7 бревен донести. И что? И крыша у нас уже почти готова. Так, доносим сейчас остатки, которые остались. 7 бревен и победа. Победа над домом. Так, 5 бревен останется. Ладно, понял, устал. И 4 веточки еще надо будет подыскать для того, чтобы построить. Тут 3 башки надо еще. Значит, провозь давай. Так, откуда начнет? Да, вот они, наши полы. Угу, с этой стороны. Вот видите, одно бревно и 2 доски. Почему на крышу так нельзя было сделать? Ну, ё-моё. Так, ладно, идем. Как я помню, где-то здесь. Да, вот у меня факел. Мишка. Что-то зажигалка закончилась. Вот что-нибудь освещать будет. Это просто так стоит. Забрать и вон еще одна лежит. Веточки. Веточки. И бревнышко. Конечно, в потемках, но что-то увидел, что-то собрал. Все, ладно. Больше ничего не будем подбирать. Ой, застрял. Останется 3 бревна. Так, чпэнкс. Чпэнкс, ага, понятно. Достраиваем вот эту фишку. Готово. И что она будет делать теперь? Фишка в том, что я не знаю. Может, кролики ловиться будут? Ой, ёпты, чё за эскадрилья? А, солнышко встает. Чувствую, скоро будет. Так, вижу бревно, да, вроде бы лежит. Так, это одно. Надо второе еще где-нибудь найти. Так, ну это камни. Где бревно? Вот оно бревно. Это бревно? О, все отлично. Вон там. Вон оно блестит. Сюда сейчас мы смотаемся, возьмем последнее бревно. И победа! Наконец-то победа. Ну, наш дом будет построен. Надеюсь, там всякие безобразные
твари к нам не полезут. Так. Так, так. Так, так. Раз, два. И осталось последнее. Все, наконец-то я уже сколько, где-то около 2 серий уже мотаюсь, собираю всю эту, все эти бревна. Сколько мы дерева загубили, сколько можно было тетрадей сделать. 48-литровых, нет, 96-листовых. Так, ну и что, что вот эта фигня делает? Я не могу понять. Сейчас будет рассвет. И что? Давайте уже. Ра-дам-да-дам. Вот такой вот домик. Открывается дверца. Она как бы... Как бы... Что это такое у нас тут лежит? Какие-то бумажки. А у нас ноги провалились. Прям под в пол. Да. Ну, смотрите, как дверь хорошо работает. Раз. Закроем. Так, ну, сама по себе, как это. На шарнирчиках таких. Вау, вау, вау. Отлично просто. Ну, что говорить. Просто классно. У нас теперь есть дом. Вот окошечки. Мы можем посмотреть сюда-туда. Ну и то, что... Фигово, что двери не закрываются, к нам просто-напросто могут кто-нибудь забраться. Это, так, тут теперь можно спать. Да, вот теперь можно заходить и спать. А, дырка, кстати, та самая закрылась. Я думал, трубу надо будет выставлять, сюда печечку ставить. Так, давайте глянем, что же у нас стало. Ничего не открылось. Ничего нету больше. Хм. О, тихо, это что? Пресс. Что за пресс? Какой-то ластик, я думаю, что это тот самый ластик, который можно стирать. Пресс, пресс, пресс. Это не то. Что за пресс? Короче, короче, Склифосовский. Нет. Так, куда этот пресс делся? А, только что был, теперь сейчас. Ладно, не суть в этом дело. Что мы теперь делаем дальше? У нас есть забор, у нас есть ловушки, у нас есть, что я еще не сделал. Окна я не делал, ступеньки эти все сделал, ловушки делал. Единственное, что я не делал, это вот этот, вот да, вот этот вот самый палисадник. Давайте куда-то вот для костерчика вот что-то поставим. Как-то вот так вот, что ли. Ой. Всего лишь надо 2 бревна. Сейчас добудем. И посмотрим, что же в этом палисаднике можно будет делать. И я уже думаю, что наши друзья совсем заскучали там. Я пойду поищу их. Чтобы им там совсем скучно не было, расшевелю их маленечко. Принести надо, конечно, головы. Наши колья стоят, что-то как-то странно. Не знаю, что с ними делать. Ну и в нашей же сетке ничего не ловится. Вот тритон просто лазит по ней и пофигу ему. Так, ну и что? И что дальше? Что с ним делать? Семена. Есть у нас семена? О, зубья. Зубы. Посади туда. Не хочет. Инструкция для чайника.
махать сначала. Берем листочки. И листочки не берутся. И что? Что это за палисадник? Что он тут делает? Так. Ну и что? Короче, дело в том, у нас 20 минут записи. Сейчас пойдем по лесу, будем искать жертву. Потому что что-то как-то становится уже скучновато без наших друзей. Сейчас я только вот как у кого-нибудь все-таки уже срублю, чтобы пожарить мясо себе. Ты тварюга. Да ты что такая шустрая? Так, кролик, стой. Стой, тебе говорят. Наконец хоть кого-то зарубил. Сейчас только пожарю, поем и сразу же рванем. Да, вот, кстати, он мне говорит, что он хочет кушать и хочет спать, конечно, но поспит потом в аду. Только покушаем, все, рвем волосы на одном месте, срываемся, подрываемся куда-нибудь глубочайший лес. Они постоянно шли вот с этой стороны. Тут у нас какое-то растение лечебное. Тут камушки у нас. Эй, аборгенки, абергены и все тому подобные жители этого острова. Покажитесь. Так, а я как помню, здесь должна быть где-то пещера, откуда они вылазят. Несколько веточки. Блин. Не люблю, когда так резко. Вот то, что я хотел найти. Так, ну тут, кажется, уже никого нету. Все мертвые. И мне осталось найти только своего сына. Того чувака, который мы в самом начале видели. Что-то нашел интересное. Какой-то. Блин. Все нельзя, ничего нельзя. Что-то я взял. Какой-то. А, деньги я взял. Так, и оттуда вот шум какой-то идет. Но я здесь никого не вижу. Ничего не рушится, ничего не ломается, только есть вот всякая различные и безразличные вещи, мячики, пузырьки с этим со здоровьем, есть еще пузырьки. Ноги.
грибочки, лава, еще пузырек, вот флайеры надо забрать. А, вот и наш абориген. Эй, чувак, сейчас убил-то. Так, тут веточки такие. И ты какой красивый. Ручки воткнули ему в десны. Ну, зрелище прям такое. Неплохое, не такое, а вот такое. Нет, кажется, он не рубится. Понятно. Так, ладно, продолжаем искать какой-нибудь живность. Здесь совсем никого нету. И того чувака, который я тут за кадром убил, он был в тех гор, которые он застрял. Получается так. Застрял своя крутина рейтинга. Захожу в какой-то глубочайший лес. Прям вниз. Вниз, еще раз вниз. Не знаю, что это, к чему это приведет. Мне кажется, я нашел пещеру. Так, тотем вижу. И еще одна постройка. Но, по идее, тут тоже никого. Слышал крики? А, это типа страх. Да. Это музыка типа страх. Страха. Но я не боюсь. Ой, только не знаю. Мой персонаж не боится, но у меня все равно мурашки по коже идут. Потому что... Да ну вас нафиг. Она получается. Фу. Просто музыка, когда начинает играть, у меня же мурашки начинают, как вы сами понимаете, полная тишина была. И тут раз ему получается музыка, ниоткуда неожиданно. Так что давайте. Так, вот мы вернулись опять к своему самолету. Откуда начинали. Хорошо, и что? Я думаю, надо строить лодку и плыть отсюда к чертовой бабушке. Кто со мной согласен, скажите да. Так, что? Мне вот интересно, это мой сын был, и я пообещал, кстати, тогда, что я того чувака найду, который забрал того мальчугана. Надо просто найти пещеру. Зайти в эту пещеру. И наказать там всех. Найти своего сына. Вот, кстати, палочка-вручалочка. Хо. Так. Тут, кажется, уже кто-то ловил рыбу. Поплыл. Куда поплыл? Так, ладно, давайте
Вспомним, откуда я вылез. А, да, с побережья, на побережье где-то должна быть та пещера, из которой мы вылезли. И где искать эту пещеру, я даже понятия не имею. Так, это он просто не обороняется, а просто прицеливается, да? Ага, так и есть. Ну, кажется, мы тут уже побывали. Вот. Это камера. Давайте я буду снимать все это. Баксы. Зачем эти деньги? Скажите мне. Зачем тут нам нужны деньги? Можешь подкупить этих аборигенов, сказать, вы типа угомонитесь, дайте спокойно пожить на вашем острове. Мы сделаем плот и просто уедем. Так, ищем пещеру. Так, вижу, кажется, уже побережье. Да, оно самое. Конечно же, вон стоит лодка, в которую нельзя будет забраться. Там такой звук, как будто... Сим-сим. Мячики. Это надо забрать. Потому что-то не забирается. Забрали. Ух, нифига себе. Нет, в итоге, короче, все аборигены закончились, и все, мы чисто входим свободно по острову. Что-то как-то странно, я думал, они будут респавниться заново, также будут нападать на нас, но сами понимаете, что здесь никого нет, все, закончено все. Я свободно передвигаюсь по берегу, по идее, когда я первый раз начинал, на острове было очень много этих аборигенов и... О, тихо. Что-то нажать на Б. И что? И что дальше? Типа что-то новое добавилось. Нет. А, кстати, я не посмотрел лодку. Да, я, кстати, уже очень сильно проголодался. И где видео лодку? Или это была не лодка? Энергетический батончик сожрали. Сразу энергия добавилась и поесть. Так, сказал бедняк. Давайте уже искать ту пещеру, мне охота уже всех там перемочить, перебомбить и закончить уже со всем этим апокалипсисом. Конечно, сейчас еще и ночь, нет, дождик. Я сейчас еще и замерзну. Где их пещера? Где-то здесь я где-то вылазил. Когда меня вот замочканули, и я с чудом каким-то вылез из той пещеры. Так, еще одно поселение. Но оно тоже пустое. Там никого нету. Все как-то странно. Как-то это очень
все печально выглядит. Да, мы вернулись обратно к своему дому. Я не знаю, где их пещера. Ладно, тогда что-нибудь буду делать дальше. Забор, в принципе, у нас есть, все это есть, но что у нас? В нашем доме никого. Так что я выйду сейчас, просто перезайду. Получается, будет автосейв. И потом заново зайду и посмотрю, что к чему нас приведет. Ну и на этом, конечно, давайте будем заканчивать. Это, конечно же, пиратская версия. Я ее скачал просто бесплатно. Так что... Не знаю, посмотрим. Нет, все, короче. Всем спасибо за просмотр, с вами был Джиггернаут. Мы закончили все, что хотели построить, то есть построили свой дом. Забор, конечно, корявый, но какой есть, такой есть. Построили ловушки, только не увидели, как они работают, как они действуют. Построили те же самые запугивающие тотемы, только также из-за аборигенов не увидели, что они делают, как пугают, как они на них взаимодействуют. Так, ну и сами понимаете, что красивая игра, графика очень хорошая, ночи, дождь, все прям идеально. Так что спасибо всем за просмотр. С вами был Джиггернаут. Мы играли за... Блин. Забыл. Так, подождите. У меня проблемки. Он замерз. И покушать, конечно, опять же он хочет. И просто я что перебился, я услышал опять такие же крики, типа этих аборигенов, и подумал, что они респанулись и что они тут заново появились. Мне кажется, мне просто послышалось опять. Кушать.